Я превратил мэра в игрушку и запер в огромной комнате, чтобы его было легче рейдить. И для первого такого рейда я возьму игрушечный автомат и летательное средство из игры, которая изображена на плакате владельца комнаты. Мэр же превратит свою охрану в игрушечных солдатиков. Вы прибыли на данную полку, полку в великой комнате Энди с важным военным поручением. Перед нами стоит великая цель по поддержанию нашего товарища, по помощи нашим товарищам. По магазину игрушек, по коробке с игрушками, по маленькой коробочке, помните? Та самая, отчая. У меня очень важное для вас сообщение. Вы будете всегда воевать только за мои... За меня, мои любимые зеленые пупсики! Трехкратное, ура! 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 Черт, мы все стали игрушками и уменьшились до очень маленьких размеров. Я уже вижу, этот карапуз собрал целую армию солдатиков, игрушечных солдатиков, и собирается защищать этот картонный замок, который он провозгласил своей мэрией. У тебя ничего не выйдет, малыш. Сегодня последний день. Последний день твоей власти над комнатой! О, черт, 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 эта штука неуправляемая, о боже. Черт, ладно, так, нужно как-то добраться до картонного замка. Блин, это сложнее, чем я думал, они уже по мне стреляют. Вот, смотри. Огонь по вертолету! Огонь по вертолету! Я доберусь до вас! Вы думаете, я так быстро сдамся? У меня еще есть самолет! Он-то точно меня довезет до туда! О боже! Получайте! Здорово, ребят! Получайте! Получайте залп из игрушек! Черт, это оружие вообще ничего не наносит! Господи, как вас тут много! Вас слишком здесь много! Ладно, ребят, давайте договоримся! Подождите! Да сдохни ты уже! Да когда ты сдохнешь? Это фигня вообще наносит урон или нет? Ай-а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 й! Пластиковые пульки! Пластиковые пульки! Получай! 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 Ай-ай-ай-ай-ай! Больно-больно! А, эта фигня не наносит урон! Блин! Я вообще ничего не наношу мэру! Чёртовы игрушки! Ай-ай! Нет-нет-нет! Ай-ай! Боже мой! О боже, они умирают! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ай, боже! Получайте! Эти пластмассовые автоматики ни на что не годны. Урона почти не наносят. Полезны только тогда, когда ими пользуется толпа. Как, например, эта игрушечная армия. Кстати, все игроки здесь — подписчики моего телеграм-канала, где я делаю анонсы таких ивентов. А играем мы на моем сервере, обычный Dark RP. Все ссылки я оставлю внизу. А для следующего рейда я надену этот костюм и стану базом лайтером. Мэр же решил распаковать шерифа Вуди. Пора распаковать наше секретное оружие. Немедленно! Полностью с вами согласен. Пойдемте. Да-да, у Энди еще давно таких игрушек не было. Ну-ка, давай. Залезай. Почти. О. Погоди-ка, ты не Энди. Привет. Ну, по крайней мере, уж явно не он. Вылазь, ты будешь классно защищать мою картонную мэру. Попробуй как-нибудь расшатать коробку. Надо сзади. Товарищ мэр, с вашего позволения мы можем помочь. Ой. Здравствуйте. Вот это громадина. Я так понимаю, Энди отправили в лагерь, и поэтому вы все тут так распоясались. Бесконечность не предел. Вот наша следующая цель. Цель нашей космической миссии. Я уже готов начать ее. Ну что, а вы готовы, друзья? Я взял себе самый настоящий джетпак. Я могу летать. Хоть я и игрушка, но я могу летушка. Нужно забраться повыше и рассмотреть обстановочку. А, черт, по мне уже стреляют. Вот этим я буду отбиваться. Получайте! Вот здесь нужно аккуратно. Обойдем их сверху. Я же могу летать. В разных плоскостях это намного удобнее. Так намного удобнее напасть. Можно обхитрить их и обстрелять вот так вот, прямо сверху. Обстреливаем их! Пас! А почему он летает? Господи, мне кажется, у него опять... И он слетел до заводских настроек. Ваш замок не выстоит! Ты не убьешь меня! Ты меня не убьешь, мелкий солдатик! Поднимаемся наверх. Черт, я не понимаю, откуда они в меня стреляют? Они вон там сидят, и там, и там, и тут. Они просто везде.
Нужно в этой попытке влететь прямо к Вуди, убить его и убить еще игрушечного мэра. Получайте! Сейчас, у меня джетпак отказал! Я должен убить мэра, я должен попасть по мэру! Вуди, как ты мог? Вуди, как ты мог предать наши идеалы игрушек? Вуди! Я убил мэра, да! Я смог! Погоди! Бас, у меня... Я хочу сделать всего лишь одну штуку, а именно... Опа! Я затыкаюсь в этой атмосфере! Чёрт! А где твой скафандр? Ты не задохнешься? О боже! Сдавайся! Послушайте! Погодите, ему надо всего лишь высунуть и обратно засунуть батарейки, он вернется в свое нормальное состояние. Погодите. Нет, не надо, пожалуйста, ребята. Благодаря возможности полета и бластера я смог заполучить игрушечную лицензию, почти как настоящая. Если я их отберу больше, чем не отберу, я выиграю. В конце ролика мы это узнаем. Проигравший останется игрушкой навечно, а следующим моим способом рейда будет этот костюм крысы. Согласитесь, прям как настоящая. С помощью него я валюсь в доверие к настоящим крысам, которые живут в стенах этой комнаты. А мэр тем временем нашел себе новую игрушку из Poppy Playtime. Блин, ребят, вы не поверите, но я стал настоящей крысой. Осталось только дойти до своей норки. Вот она уже совсем близко. Захожу в норку. Здесь кто-нибудь есть? Только трупы. Ребята, что у вас там? Вас тут много, можно к вам присоединиться? Конечно. Смотрите, сейчас спускаюсь по лестнице. Вы знаете, что крысы могут пользоваться лестницами? Я лично не знал. Здорово, ребята. А чё ты такой большой и страшный? Я просто мутировавшая крыса. Я пришел из Чернобыля, прямо из реактора РБМК, понимаете? Я такой же, как и вы. А я думал, ты просроченные пельмени по акции съел. Я просто доминантная крыса, понимаете, типа доминантная. У вас есть вождь крыса? Я так понял, это тот, кто в шляпе. Слушай, у меня идея. Вы же видите этих солдатиков? Они расстреливают тут всех. Я знаю их предводителя, давайте его сожрем. Он выглядит как сыр, даже на вкус как сыр, ребят. Он на вкус как сыр? Адобайна все показывает, где он. Я его сделаю. Я не совсем знаю ваши катакомбы. Нужно добраться как-то наверх. Понимаете, да? К замку картонному. Я бы назвал это крысиными бегами. Кто быстрее сожрет мэра, тот и получит сыр. Думаю, знаешь, что у меня нет, чтобы оборониться от этого рейдера? У меня есть вот знаешь, очень классные руки вообще. Ой, руки вообще. Вот да. Такие руки. Я так понимаю, руки ты их сделал из пластилина и нитки той самой зубной, которая уже третий год валялась за кроватью. Да, из зубной нитки, но не из пластилина, а из пластика. Я пластик использую, я классный. Это руки за грибами. Крысы в замке. Три крысы, четыре крысы. Это их аванпост, уничтожим их. Получай, военный. Мобилизация отменяется. Умри. Воу, это чем он таким орудует? Ребята, в норку надо бежать, походу. Это вообще жесть какая-то. У мэра какая-то фигня непонятная. Получай! Надеюсь, они в погоню за мной не ушли. Блин, где остальные крысы? Кажется, они погибли смертью храбрых. Хрен вам, а не мой сыр, солдатики. Вот еще один солдатик. Иди сюда. Крыса-урод. Нет. Я не урод. Это я. Я дрында, просто в костюме. Я сейчас вас всех переубиваю здесь. О нет, погибшие. Черт, меня зажали. У меня есть идея, не выпускайте его, я его выкурю петардой, вот так, аккуратненько. Что это за фигня, ты что офигел? Получайте. Это вот, надо убить мэра быстрее. Да, надо бежать отсюда быстрее, в норку. Ай-яй-яй. Нет. Не пытайся уйти. Я уйду. Один крыс убила. Если я еще избежать смогу, это будет просто невероятно. Крысик! Кто еще выжил? Только я вроде. А где сыр? По поводу сыра... Я, в общем, не крыса. Лицензия у меня. Жертва крыс была не напрасной. Тем временем мэр полез за новой игрушкой. У меня есть идея, надо вооружиться кое-чем получше. Погодите, я схожу за коробочкой. Подсади меня. Вот так вот. Раз...
Два, спасибо. Сейчас я вытащу кое-что отсюда. Посмотри, ты видишь, что тут находится? Этим можно обороняться. Люди, солдатики и прочие игрушечные создания. Мы нашли новое оружие для обороны. Это пузырчики. Это надувные пузыри. Так называемый Bubble Gun, стреляющий мыльными пузыриками. Я возьму кое-что покруче. Целую армию империи и звездных войн. Только один нюанс. Они все будут сделаны из Лего. О, я вижу, они организовывают новый лагерь на подоконнике. Это кто? Приветствую вас, армия империи. Наша цель — это картонная коробка, именуемая замком. Там заседает наш главный враг, враг империи. Игрушечный мэр, так называемый плюшевый. Мы должны уничтожить его раз и навсегда. А это те, кто охраняют этот замок. Я к вам хочу, мне там не нравится. О, нет, нет! Их мы должны убивать! Штурмовики, видите вон ту синюю коробку? Там находятся наши истребители, тайфайтеры. Это и будет наша основная задача. Взять их и потом пойти на мэрию. Я в вас не сомневаюсь, вы лучшие из лучших, самые лучшие. Лучше вас никого нет, вы самые меткие, самые смелые. Цель синяя коробка. Вот так. Вот это вот нам надо, тайфайтеры. Тайфайтеры, лучшие истребители империи, самое главное и грозное оружие. Высовываемся отсюда. О, да, вот это я понимаю. Вот это уже настоящая война, ребята. Настоящие звездные войны. Эй, эй, ты что творишь? Аккуратней! Фигачьте по Вуди. Так, ладно, я все-таки ситх. Нафиг мне эти новые технологии, я лучше пойду сам. Сам пойду в бой. Я буду сражаться на своих двоих. Я Дарт Вейдер. Получай! Мэр свалился. Мэр хоть и погиб, но он убил меня первее. Это не считается за победу в рейде. Штурмовики, кстати, как всегда мазали. Основную работу сделал я. Следующим моим рейдом будет вот такое пиксельное оружие. Мэр же перебрался со своего картонного дворца в дворец пластмассовый. И надыбал себе вот такой вот танчик. Послушайте, в этом замке становится чересчур небезопасно. Он дырявый, как швейцарский сыр. А это означает, я предлагаю переехать в тот замок. Мне кажется, там много разных кирпичиков, и можно будет обустроить намного получше и поинтересней. Да, хорошая идея. Можно. Погнали туда. У меня есть новое оружие, и оно очень сильное. Я так думаю, конечно, но оно должно победить этого, блин, глупого рейдера. Он меня задолбал. Я плакать буду. Короче, это очень классный танк. Так, нужно проверить обстановку. Что там вообще происходит? Они целый форт сделали из этих кубических... я не знаю, что это, какие-то игрушки непонятные, которые нужно складывать. Нужно как-то пробраться туда. Можно попробовать через коробку или пройти под кроватью. Я думаю, под кроватью будет идеальным вариантом. И расстрелять их всех. У меня есть пулемет из пикселей. Так. О, да, он очень мощный. Очень мощный. Черт! У меня экран, блин, трясется просто от этого пулемета. Битва под кроватью. О боже, они используют танки. Вот он! Ай, блин! Половину хп сняло! Ничего страшного! О, нет! Нет, мэр! Ура! Перезарядка! Что?! Я ничего не сделал, а мэр уже сдох! Да и меня тоже расстреляли. Каким-то образом господин мэр сам себя подорвал. Но я умер также практически в тот же момент. Поэтому я не могу засчитать это за победу. Следующий рейд мэр начал жертвоприношение. Зачем мы пришли к аквариуму? У меня есть идея. Смотри, ты видишь, что это? Оттуда идет воздух, а соответственно там есть насос. Получается, если мы включим этот насос на всос, тогда мы сможем засосать его в какой-нибудь пакет, и он не выберется оттуда. Потому мне надо залезть в аквариум. Мне надо, чтобы мне меня подсадили. Твоя идея. Давай, на меня. Давай. Что ты делаешь? Там вон насос. Что ты делаешь? Мне кажется, у него проблема. Он рыбкой становится, он рыбка. Он... Ой. Он уменьшился. Это какой-то чародейский аквариум. Он уменьшился в размерах. Он почернел. Что? Вуди, черт с тобой. Вуди, ой. Он стал черно-белым фильмом. Ты меня бросил, ты усыпил меня. У меня из-за тебя в ушах, в мозгах играет страшная музыка. Я от тебя лучше убегу.
А пока мэр занимается непотребством, я расчехлил своего старого плюшевого друга. О да, я уже слышу эту музыку. Я уже чувствую его присутствие, ребят. Да-да, это то, о чем вы думаете. Ну что, дружище, готов послужить рейдом? Хаги-ваги, хаги-ваги, время убить другого хаги-ваги. Идиот. О нет, это синий хаги-ваги, нет! От вашего танка не останется ничего, ни одной детальки. Вы посмотрите, кто у нас тут. На этом поле становится слишком много плюшевых игрушек. Глухой хаги-ваги. Я застрял в елочке! Уберите елочку! Папа, что ты делаешь? Я больше не твой папа! И от твоих солдатиков ничего здесь не останется! А ты, Вуди, мне не помешаешь! Отошел мелкий! Мэр будет моим! Пожалуйста, успокойся! Иди сюда! Нет! Осталось расправиться со всеми вами! Никто мне не помешает! Иди сюда, тварь болотная! Давай, Пятюню, Пятюню, давай, Пятюню! Наше-то будет, кроме битв пощечинами? О! Оказывается, игрушечные пульки что-то делают. Ребята, скажите, теперь кто-нибудь может отмыть меня от этого шлака? Проклятый Вуди оказался сильнее Хаги-Ваги. Но лучше бы он защищал мэра, а не дрался со мной. Лицензия моя. А в следующем рейде решится наша судьба. Ведь я смог победить мэра 3 раза, как и он меня. Тот, кто выиграет этот последний рейд, покинет комнату. А проигравший останется игрушкой до конца своих дней. Для победы в этом решающем сражении мэр собрал целую гору воздушной игрушечной техники и собрал свою армию. Чтобы оборониться все-таки от этого, блин, трейдера, я вам дам авиацию. Очень классно, вы будете на них летать и уничтожать этого, блин, рейдера. А теперь, кто... Ребята, кажись, приехал племянник Вуди в рассыпную! А тем временем мой способ рейда уже вернулся из ясель и готов поиграть с игрушками. Владелец комнаты с собственной персоной. Иглюшки, мои иглюшки! Ай! Ай, за что в лицо ракетой-то? Зачем? Зачем нападаете? Ай-яй-яй-яй! Ля-ля-ля! Моя иглюшка, она никуда не убегает. Я хочу с тобой играть. Моя иглюшка. Пожалуйста, помой меня хотя бы. Хотя бы помой меня в своих слюнях. Давай играть. На. Давайте поиграем в городок! На! Я хочу вас всех съесть! А где моя любимая игрушка? Мэр! Иглюшка мэр! Нет! Давай играть! Давай играть! Отстань! Не надо меня трогать! Брось мэра! Нет! Тебе же вы все отправитесь в коробку! На! Пылесос! Пылесос! Я вас всех засосу в мусорку! Не надо меня, пожалуйста, уничтожать! Убейте его, пожалуйста! Из меня кто-нибудь слышит? Нет, мои вертолеты не трогай! Давай поиграем! Что это ты делаешь? Ай! Кажется, мы наигрались! Малыш, мы готовы идти на переговоры, мы сдаемся. Кормить рыбку! Кормить рыбку генералам! За что мне такая участь? Нет! 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 Солдатики должны идти в свою коробку! Карапуз Дрында залетел в комнату и отбил финальную лицензию. Игрушечный мэр остается игрушкой. Но я дам вам возможность освободить его в комментариях. Напишите, куда в следующий раз засунуть его. И самую крутую идею я использую в новом ролике.